все эти разбудишь, проводить не буду я выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь. Это Кирилл, это Амма. Она говорит: не надо, я понял. Спасибо большое. Добрый вам вечер. Я вообще очень рад, что я здесь. И я, в принципе, прекрасно понимаю, что после меня, наверное, ничего не останется. То есть меня будет, не будет живописных полотен, не будет литературных произведений, нет. Только те зрители, которые меня сейчас знают, ходят к нам в театр, они... они меня знают. А у следующего поколения будут свои герои, свои кумиры. И тем не менее, ни в одном виде искусств нет вот этого живого прямого общения между зрителем и актером. И я свою профессию никогда в жизни ни на что не променяю. Вот это мой станок. Это мое рабочее место. Сцена. Съемочная площадка. Моя работа ничем не отличается ни от какой другой профессии. Отличается. В моей профессии все очень хорошо разбираются. Так здорово. Это хороший артист. Это вообще не артист. Какая она артистка, господи, ее снимает, потому что она в любовных отношениях с режиссером, точно знаю. Угу. Вчера разошлись. За Янковского теперь вышло. Угу. Что только про нас не несут. И как это приятно слышать. А теперь еще и читать. Светская хроника. Откуда они это выкапывают? Причем, чем погрязнее, так сразу надо, чтобы на первую страницу. Как найти в себе силы, Ругательное слово в народе. Артист. Почему? Нет, причем это не говорят тому, кто этой профессией занимается, а именно как ругательное. Артист. Прям артист, не могу. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал: ты токарь. Кстати, обратил внимание, чем значимее актер, тем он больше волнуется. Тем стыднее ему плохо сыграть, от него же ждут. Почему там только шепотом, только на цыпочках? Тихо идет спектакль. Да потому что здесь происходит, вы знаете, что-то такое, что очень-очень трудно создать. И очень легко разрушить. В 19:00, какую бы роль актер не играл, самую главную или такую малюсенькую, характерную или героя, старика или молодого, неважно сколько лет, самому актеру. Наплевать, как он себя чувствует. Кашель, насморк, простуда, температура. Совершенно неважно, в каком он настроении, что он со всеми разругался дома, что ему отдавили ноги в автобусе, нахамили в магазине, что он еле доехал до родного театра. Вот он входит в театр, а там объявление. О, премию всем дали. А мне не дали. Но я вам сейчас сыграю за это спектаклик. Это все должно улететь далеко-далеко за стены театра. На сцену должен выйти обязательно внутренний молодой. Подтянутый, энергичный, хорошо бы талантливый человек. И должен сыграть спектакль так, как будто он последний в его жизни. И в то же время, как будто первый. То есть, чтобы вы поняли, что мы вас не обманываем. Что это не слепок там со вчерашнего, сейчас, сию секунду, на ваших глазах рождаются вот эти сложные и тонкие человеческие взаимоотношения. Для этого артисту надо потратить свое. У нас, иначе ничего не получится. У нас не может быть работы с холодным носом. Нет. Надо обязательно там себя ковырять, тратить. Наша работа заключается. Не будет этого контакта, не будет этого электричества, которое заключается в том, чтобы каждый день, каждый вечер тратить нервы. Очень рано из жизни ушли Капелян, Шукшин, Дворжецкий, Лоспекаев, какой был актер. Не допел Юра Висбор. Я не говорю Высоцкий. Олег Даль, Алеша Ибаженко, Андрюша Миронов. Почему? Молодой же еще Виталик Соломин. Я уже не говорю про то, что Леня Филатов. Почему так заболела Наташа Гундарева?
Они сжигали себя для нас с вами. Они иначе не могли жить. Вы абсолютно правы, они стоят того. Я так сразу монологом на вас обрушился, но дабы продолжить тему, я хочу в память ушедших замечательных актеров спеть песню. Не лети так жизнь, чуть-чуть замедли шаг. Другие вон живут неспешны и подробны. А я живу мосты, вокзалы, перегоны. Промахивая так, что только свист в ушах. О, не лети так жизнь, мне важен и пустяк. Вот город, вот театр, дай прочитать афишу. И пусть я никогда спектакля не увижу, зато я буду знать, что был такой спектакль. О, не лети так жизнь! Я от ветров рябой. Позволь мне этот мир как следует запомнить. А если повезет, то даже и заполнить. Хоть чьи-нибудь глаза, хоть сколь-нибудь собой. О, не лети так жизнь, на миг, но задержись. Уж лучше ты меня калечь, пытайся и мучи. Пусть будет все, с ума, болезнь, несчастный случай. Я все переживу, но не лети так жизнь. Лет 6-7 назад ко мне подошел мой товарищ, каскадер. Мы с ним снимались в картине «Человек с бульвара Капуцинов», может, кто-нибудь видел из вас. И попросил помощи. «Коля, я прошу тебя помочь». Я говорю, а что ты хочешь сделать? Он говорит, я хочу создать лучшую в мире школу искусств. Я говорю, а зачем тебе это нужно? Он говорит, понимаешь, вот как-то больно мне, обидно смотреть на наших актеров. Какие-то они все дряблые, неспортивные. Я хочу, чтобы у нас были свои бельмондо, чтобы мне звонили со всех концов земного шара, из всех театральных институтов и спрашивали, кто у тебя там выпускается, кто у тебя на подходе. А это надо с измальства учить. Я говорю, а где ты хочешь это создать? Он говорит, есть такой город, называется Красноармейск. Я говорю, где это? Говорит, как Московская область, Пушкинский район. Действительно, у нас есть такой там городок. Я говорю, а сколько жителей проживает в этом городе? Говорит, 25 тысяч. Ну, для лучшей школы искусств в мире самое оно. Вы знаете, так вышло, что у меня получилось им помочь. Школа получила статус государственного учебного заведения. Они возрадовались до безумия, хотели моим именем назвать. Я говорю, подождите, я еще живой. Где-то прошло еще месяца 4, там 5. Он мне звонит и говорит, Коля, ты бы подъехал, посмотрел, что творится в твоей школе. Поехал. Город Красноармейск. Дворец культуры имени Ленина. Более обшарпанного здания в жизни я не видел. Битком набитый зрителями зал. Но все сидят в пальто, потому что не топлено. Контингент от шпаны до родителей. Все ждут, что будет. И вот гаснет свет в зале. Отчетный концерт школы искусств. И под самым потолком, вот как вы приблизительно, вот на такой высоте, в самых верхних осветительских ложах появляются дети, ангелы Божии. Тогда в возрасте где-то от 6 до 12 лет. И начинают оттуда прыгать в оркестровую яму. Мне плохо стало.
Что было на месте родителей, я не знаю. Ничего, дети все живые повылезали. И дальше на сцене началась, вот как сами дети говорят, чума. Я вообще не очень люблю детское творчество. Да простит меня Господь. Ну, то есть как спекуляции на детском творчестве. Думаю, каждый из нас через это проходил. Когда пухлого карапуза тащат, ставят на табуретку, я уже умиляться должен, значит. Он какую-нибудь там чушь читает, там, уронила в речку, убью. Здесь... Они настолько заразительны, настолько артистичны, делают сложнейшие вещи, без всяких скидок на возраст. Электричество летит в зрительный зал. Я думаю, мама, откуда такие, откуда все это берется? Они безумно талантливы. Им надо только было помочь. Им помог. Запомните имя. Это гениальный педагог, художественный руководитель этой школы искусств Николай Александрович Остапов. Итак, дабы вы с ними познакомились, на сцене. Школа искусств города Красноармейска. Извините, тошноватенько, поэтому я так. Вы знаете, у меня есть подруга, которая заодно замечательный композитор. Зовут ее Лора Квинт. И она знает про мое нездоровое увлечение большим теннисом. И она мне сделала подарок вместе, значит, с поэтессой Риммой Казаковой. Написали песню, которая именно про это. Корабли заходят в порт отдохнуть от моря. Ну а я иду на корт, сам с собою споря. По мячу не глядя бью и ловлю удачу. А для той, кого люблю, ничего не значу. Ты сама отбила мой удар. Я никогда такого не видал. Хочу играть с тобой одной на корте жизни и судьбы. Игру любви. Понял я таких, как ты, больше нет на свете. Не нужны тебе цветы, нужен только ветер. Он несет, тебя несет,
от того, кто любит, он игру твоим спасет, а мою погубит ты сама. Отбила мой удар, я никогда такого не видал. Хочу играть с тобой одной на корте жизни и судьбы, игру любви. Знаю я, любовь не спор, натиск мой, прости меня, и я зову тебя на корт. Нежный мой противник, верю истинно в борьбе и в терпенье тоже, чтобы выиграть, тебе проиграть я должен. Да ты сама отбила мой удар, я никогда такого не видал. Хочу играть с тобой одной на корте жизни и судьбы, игру любви. Ох, ты сама, да ты сама отбила мой удар, я никогда такого не видал. Хочу играть с тобой одной на корте жизни и судьбы, игру любви, игру любви. А сейчас я хочу вам рассказать, откуда вообще все это произошло. Николай Остапов подошел ко мне и сказал: «Коля, знаешь что, моим детям, нашим детям, нужна концертная практика». Я говорю: «Ну и что? Они будут себе там степ, а я, значит, свои песенки. Надо, чтобы это как-то было соединено». Он говорит: «Учись». Я говорю: «Что учись? Посмотри в мой паспорт». Он говорит: «Самое время». И вот эти, тогда они были вообще, да, клопы, они стали меня учить. Сейчас так покажем кусочек одного урока. Господи, принеси. Уважаемые, во-первых, я так думал, что здесь беседа будет, а не только я один буду перед вами. Если есть вопрос, пожалуйста, я готов на любой ответить. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, я бы хотела узнать, как все-таки правильно пишется ваша фамилия? Через... Сов. Через О? Ага. Я понимаю, что вроде как по грамоте, поскольку не ударный слог, Сев. Но я снимался в одной картине в Питере. И мы снимались в Румянцевском садике. И я ночью, холодно, написано графу Алексею Николаевичу Румянцову от благодарных жителей Петербурга.
То есть это было. А мне отец передал от прадеда там какое-то блюдо здоровое, Юсупов подарил. И там было написано «Караченцову». И он мне все говорил, запомнит, Караченцов. А когда он воевал, то его военный командир его тоже так назывался. Именно с этим говорил, «Караченцов!» Вот говорит, «Есть!» И вперед, бой. Запомните всех Караченцов, да? Так. Да, пожалуйста. Николай Петрович, скажите, пожалуйста, вот ваш голос, который узнает вся страна, это естественно или вы над ним тщательно работали? Это благоприобретенно, я бы сказал так. Я раз 6, если не больше, срывал голос, а потом мучительно восстанавливал его. И каждый раз опасность равная, значит, потере всего. Более того, я человек курящий, как на духу говорю. И когда первый раз я сорвал голос, у нас был спектакль «Тиль», и сразу я пошел в поликлинику Большого театра, меня стали там лечить. И первое, что сказал врач, говорит, вот все, об этом пальцем на сигареты забудь навсегда. Это твой хлеб, ты его уже почти потерял. Я отложил эту пачку сигарет, и 4 дня я лез на стенку, но я не сделал ни одной затяжки. Но вроде как легче не очень становилось. И царство небесное Мария Владимировна Миронова повела меня в театр сатиры, где периодически давала занятия актерам этого театра, в том числе Андрею Миронову, замечательный врач-фониатр Александра Николаевна Стрельникова. Это вот эта великая стрельниковская дыхательная гимнастика. И она стала меня учить. Она уже пожилой человек, все эти, значит, упражнения. Я без всякого смеха и без улыбки пытался это повторить. Я мог разговаривать только так. И она говорит, а вот сейчас ты скажи, ты там поешь? Я говорю, ну так, если так можно сказать. А какая верхняя нота? Я говорю, ля бемоль. Она говорит, в твоей тесситуре нет этой ноты. Я говорю, ну как-то я так стараюсь ее там зацепляю ее как-то. Она говорит, сейчас будем распеваться, и только, пожалуйста, не обращай внимания на качество звукоизвлечения. Я говорю, как распеваться? Ты слушай меня. И поехали. Еще 20 минут она давит на клавишу и говорит, вот твое ля. Я не поверил. За час. И уже уходя, окрыленный, я понял, что я нашел панацею от всего. Вот, я говорю, а курить? Он говорит, ты же все равно не бросишь. Ну, потерпи хотя бы 20 минут, пока, Господи. А потом уж кури. Вот не спроси я. Сейчас бы у меня в руках не было бы сигарет никогда. А так вот... Так случилось. Но, тем не менее, это, я не знаю, специально, наверное. Я так думаю, что, скорее всего, индивидуальность голоса в первую очередь исходит от индивидуальности человека. Алло, Бруно? Кто говорит? Это я, Майк. Приятная неожиданность. Где ты? В Лидо. И жду тебя. Но ведь уже поздно, милый. Надень костюм номер 4. Ну, свой съемочный. Зеленый с розовой рубашкой. Угу. Да. Ты мне в нем нравишься, милый. До встречи. Знаете, у нас в Москве проходит конкурс, ну, теперь это фестиваль, даже, скажем так, международный фестиваль актерской песни имени Андрея Миронова. Так исторически сложилось, что с основания фестиваля я являюсь председателем жюри. И в этом году в заключительном гала-представлении, концерте, принимали участие не только победители конкурса, но а также знаменитые гости и члены жюри. И все мы по условиям должны были петь песни из репертуара Андрея Миронова. И поскольку я имел право выбирать, я выбрал песню, которую Андрей пел не от своего лица, не с эстрады, не для пластинки он это записывал. Нет, это пел его герой в одной кинокартине. То есть он пел от лица своего персонажа. И у него получился такой веселый, легкий, лихой гимн жуликам, аферистам. А я попытался этой же песней поговорить о своей профессии, об Андрее Миронове, о себе самом.
Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра. И кто ж тому виной, что я увлекся этою игрой? И перед кем же мне извиняться? Не уступаю, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть бесится ветер жестокий, в тумане житейских морей белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение скользить по краю. Заврите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер жестокий, тумане житейских морей белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Я не разбойник и не апостол, и для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот своих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер жестокий, в тумане житейских морей белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Вот, у меня вопрос к вам. Вы, есть у вас какая-нибудь роль, мечта, которую вы еще не сыграли, но вот она здесь, в душе, и очень хотите ее сыграть? Вы знаете, никогда не скажу. Почему? Я человек суеверный. Вот я скажу, а мне и не дадут этой роли. Ну зачем я сказал, чтобы это, да. Второе. Ну, вы знаете как, предположим, дадут. А я ее сыграю отвратительно. И вот все вот эти люди, а еще те, которые потом будут смотреть телевизор, будут говорить, он об этом мечтал, да? Если есть мечта, ее не надо трепать. Пусть она будет там. Она будет сильнее. И тогда есть надежда, что она сбудется. Да. Расскажите, пожалуйста, как вы учились в школе?
Вы знаете, я в школе учился неплохо. Да, прогуливали. Но мы прогуливали, когда Гагарин в космос полетел. У нас было модно хорошо учиться. Вы знаете, я учился в школе и некоторое время жил в интернате. То есть мы жили в интернате и ходили в школу учиться. И она делилась напополам, интернатские и домашние. То ли от того, что не просто парты, а еще и коечки стояли рядом. Мы дружим до сих пор. Я очень ценю эту дружбу. А самое важное, что я знаю очень четко, что если что-то у меня в жизни случится, то через полчаса будет стоять 5 мужиков рядом. Коля, что нужно, мы здесь. Я это очень ценю, это было. Ребятки, я с вами всегда. Николай Петрович, расскажите, пожалуйста, про ваши машины. Машины? А что, у меня как-то, я не знаю даже, у меня разные были жизненные обстоятельства. Когда я вот подъехал на машине к театру, и выхожу, и вспомнил, что у меня часто спускает колесо, сейчас бескамерные шины, и это бывает еще от того, что если диск чуть помялся, значит, ну... Я увидел Андрюшу Леонова и говорю: Андрюш, у тебя какой-нибудь там ломик, ничего нет, постучать по диску, чтобы выправить? Говорит, сейчас, Коля, я сбегаю. Первая была мысль, а, я, наверное, ее в другое место поставил. Потом и в другом. И этот бежит. Я говорю, да уже не почему бить, родной, сперли машину. Вот такой тоже был у меня случай. Невеселый, далеко скажу, потому что самое обидное, что вроде как тебя ни за что обидели, облапошили. И те люди, которые это делали, не знают, что там, скажем, на полмашины я одалживал. Что как мы радовались сыном, что именно вот такой цвет, там еще что-то. И это все куда-то делось. Хотя разницу я тоже ощутил, потому что так получилось, когда был юбилей нашего театра, нам ордена дали. И приехал в театр, чтобы он был единственный раз в жизни руководителей страны. И нам ордена вручали не в Георгиевском зале Кремля, а прямо на сцене театра Ленком. И делал это первое лицо государства, президент страны Борис Николаевич Ельцин. После чего он еще объявил, что он от своего имени дарит ведущим актерам театра по машине. Кто-то продал, кто-то взял себе. Я решил взять. Не каждый день президент мне дарит подарки. Будет память все-таки о самого президента. Поехал. Там в районе Люберец, там есть такой автогарант. Там есть отделение от администрации президента, куда специально подъехали эти подарочные машины. И эти же люди говорят, продавайте как можно скорее. Я говорю, как? Вы знаете, дело в том, что вот эти машины поступили к нам, и мы 2 дня их доводили до ума. Это те, которые президентские. Я думаю, уж там все, что... Я говорю, нет, я все равно возьму, я уже так решил. Да вот человек купит у вас. Нет, 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 я решил все. Знаете, у меня брелочек там, знаете, с гербом России, так красиво все. Вы, говорит, на какой машине ездите? Я говорю, я на японской езжу. Ну, вот сейчас вы поедете от Люберец в Москву, почувствуете разницу. Еду нормально, ну, так жестковато руля, так все, вроде ничего. И дворники работают. Ну, я уже напоминал, говорил вам, что я курящий человек. Я решил прикурить. Нажал на прикуриватель, достал сигарету. Прикуриватель выскочил. Я за него потащил, и вместе с ним вся панель на пол. Бу-бух! Я думаю, да, действительно, я это поднимаю. Как... В общем, разницу я ощутил. Но машина, к сожалению, тоже долго не прожила. Вот это так, что об автомобиле. Да, пожалуйста. Заранее простите, пожалуйста, за вопрос. Вопрос такой. Был ли в вашей жизни период или периоды, когда вы были слишком дружны, скажем, с Бахусом? Так. Вы знаете, Марк Анатольевич Захаров... В свое, вот как только он пришел в театр, он сказал, что, ну, во-первых, он многим удивлял, радовал нас, хотя бы тем, что он выучил имена отчества всех членов коллектива. До этого все Петьки и Ваньки бегали по театру, а тут вдруг он всех по имени отчеству. Уважение к любой театральной профессии, от монтировщика декораций до главного художника, от актера до билетера. Мне это очень понравилось. И вдруг он сказал, ну вот что касается алкоголя, ребятки, вот я этого не понимаю вообще. И покуда я руководитель театра, то у нас не будет, как положено, поставить на вид выговор с предупреждением, потом, значит, строгий выговор, потом, значит, последний. Нет, на следующий день этот человек не будет работать в театре.
Ну, подумали, сказал, да сказал. И действительно, один актер, он даже не так, чтобы он выпил-то. Ну, со вчерашнего. Может, как говорят сегодня, там, ну, чуть полечился. Ну, может, там, ну, виловат был. На следующий день он не работал в театре. Мы пошли делегацией. Инна, я помню, Чурикова была еще. Марк Анатольевич улыбался и четко говорил «нет». И это «нет» через всю жизнь театра. А если говорить обо мне самом, я пришел в театр, когда пили. Это была, ну, не то что норма. Ну, вот как бывает разговоры. Там малый театр весь, у каждого там, значит, в тумбочке коньячок у кого стоит, и театр Вахтанга на этом держится, да им хатовцы себе позволяли, старики. Он перед спектаклем заходит вот-вот в ту самую пельменную, и по спине видишь, что там больше стакана. И так нормально. И мы все выпивали. Кто там, главная роль, тот поменьше. Поменьше роль, побольше мог выпить. Ну, пиво-то вообще везде продавалось, да и ради бога. И как-то так, извините за дурацкий и длинный рассказ, но тем не менее так получилось, что днем в театре мы так обедали в нашей же столовой, а так как все продавалось, то и я тоже выпивал водку. И выпил, как мне показалось, слишком много. То есть мне тогда-то не показалось, а потом это выяснилось, что это точно. Я сыграл спектакль. Как сыграл, думаю, погано. И случайно в зрительный зал зашел тогдашний главный режиссер театра Владимир Багратович Монахов. Милейший человек. Закончился спектакль, и я слышу, как по трансляции артиста Караченцева просят зайти к главному режиссеру. Я понял причину. Тогда главное средство был мускатный орех. Я вам откусил этот орех, вхожу в кабинет, говорю, давайте экспертизу. Давайте, 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 вызывайте всех, пожалуйста, я как стекло. И вдруг Владимир говорит, Коленька, милый, да нет, я не против. Просто ты чуть-чуть, наверное, не рассчитал. Иди домой. Я пошел. Там приказ был такой. Объявить замечание за то, что Николай Караченцев сыграл роль ниже своих возможностей. Вот, наверное, большего стыда в жизни я не испытывал. Мне хотелось плакать. Я не умею плакать, поэтому только вот на сцене. А так, меня выворачивало всего. Меня ломало. Мне было стыдно. Я рвал на себе волосы. Я не знал, как войти в этот кабинет. И у меня как обрезало. Или я буду актером, или я буду алкоголиком. Потом мне стало важно. А мне не нужен допинг. Нет, хватит себя самого. Вы знаете, я могу оговориться на сцене. Любой человек может оговориться. И не страшно, что дальше исправлюсь, поеду дальше. Но если я выпью наперсток, я буду думать, что это из-за этого. И что мне потом, а вдруг моей партнерше не нравится, что от меня погано воняет. Я должен и об этом думать. А потом, в какое-то время мне стало очень важно, что говорят, что от Караченцева на работе не пахнет никогда. И вот с этим я и живу. Извините, вот так. Простите за длинный рассказ. А теперь тогда, покуда пауза, значит, я хочу вам продемонстрировать номер, который был первый в нашей совместной работе с детьми школы искусств города Красноармейска. Это вот первая песня, где мы вместе вышли на сцену. В кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны. В кинотеатр «Буревестник» после той большой войны за полпачки Беломора проходили пацаны. И смотрели, что хотели, в 10 лет и даже в 7. И, как водится, балдели от запретных в детстве тем. И была соседка Клава, 20 веселых лет. Тетки ахали, шалава, мужики смотрели вслед. На правах подсобной силы мог я в гости заглянуть, если Клавдия просила застегнуть чего-нибудь. И, конечно, я старался, а в глазах стоял туман. И в тумане я качался, как отважный капитан. И с
смеялась голова звонка, что и ты уснул, браток, и горел на шее тонкой золотистый цветок. Где-то за окном, словно за бортом, вдаль плывет мое детство. Леди Гамильтон, леди Гамильтон, я твой адмирал Нельсон. Как она ждала, как она звала, как она пила виски. Леди Гамильтон, леди Гамильтон, ты была в моей жизни. Где-то за окном, словно за бортом, вдаль плывет мое детство. Леди Гамильтон, леди Гамильтон, я твой адмирал Нельсон. Как она ждала, как она звала, как она пила виски. Леди Гамильтон, леди Гамильтон, ты была в моей жизни. Как она ждала, как она звала, как она пила виски. Леди Гамильтон, леди Гамильтон, ты была в моей жизни. Верни меня на груди своя, детство моего пристань. Леди Гамильтон, леди Гамильтон, ты опять совсем близко. Как она ждала, как она звала, как она пила виски. Леди Гамильтон, о, леди Гамильтон, ты была в моей жизни. Ты была в моей жизни. Ты была в моей жизни. Ты была. Спокойно. Спасибо большое. Спрашивайте, отвечаем. Да, пожалуйста. Скажите, думаете ли вы о будущем и что вы о нем думаете? Вы про меня или про страну? Или про всех нас вместе? Я про вас. Вы знаете, в нашей профессии невозможно не думать о будущем. Но я уже говорил, нас выбирают. Я помню, я снимался с Леоном, и у него наложилось сразу 5 картин. И он безумно жаловался, говорит, ну невозможно, невозможно разорваться. Он же себя не очень хорошо чувствовал, лекарства. И вдруг приезжает на съемку. Говорит, господи, какой я дурак. Я говорю, что? Он говорит, 4 дня никто не звонил, я чуть на стену не полез. Представляете, как страшно. А если это не 4 дня, а год, а 2, а 3? Единственное, что, да, конечно, мне очень хочется зарабатывать своей профессией. Я пока не участвую ни в каком бизнесе. Я, да, как и все, переживаю, что, к сожалению, у нас в стране актерам платят мало. Но, тем не менее, я бы очень хотел, чтобы меня до конца жизни кормила именно моя профессия. Поэтому я буду... И 82 года пытаться разучивать еще что-то ногами. Чтоб не отстать! Да, пожалуйста. А бывает ли в вашей жизни нечто, с чем вы не можете справиться?
со смертью и с неизлечимой болезнью. Все остальное мы можем победить. Да, пожалуйста. Николай Петрович, вот скажите, пожалуйста, вы у Марка Захарова ведущий актер в театре «Ленком», но в кино вы только один раз у него в «12 стульях», по-моему, мелькнули в роли танцующего Подколесина, если я не ошибаюсь. Я еще снялся в картине «Дом, который построил Свифт». Мы играли с Сашей Збруевым, там лилипутов. Я тонул в стакане. Ужасно. Дело в том, что это вот из того разряда, переходящий ответ из предыдущего вопроса. Значит, в какой-то картине Марк Анатольевич меня не видел. А потом, «Убить дракона», он мне предложил одну роль. Я отказался. И, по-моему, Марк Анатольевич обиделся на меня. Но потом наступил на свою гордыню, мы опять помирились. Так что я ему благодарен за это тоже. В сегодняшнем выступлении много ностальгической нотки. Расскажите немножко о родителях. Вы знаете, отец мой художник. Один, наверное, из лучших художников-иллюстраторов. Очень хороший рисовальщик был. Он воевал под Сталинградом, прошел Сталинград. На Курской дуге его ранило. Ранило в ногу, и врачи сказали, что нужно ампутировать, потому что гангрена. Он сказал, что он ногу не даст. Он на двух ногах прожил до 91 года. Да. А мама моя, царство небесное, она была балетмейстером. Она была очень красивым человеком. Я ей благодарен за все, я поэтому не буду ничего много про нее говорить. Просто если что-то есть хорошее во мне, значит, это от нее. Она чудо. Николай Петрович, а бывало такое, что на ваших съемках в кино вы влюблялись в свою партнершу? Вы знаете, что, как говорят, вопрос некорректный, но я вообще не могу работать в состоянии антагонизма. И поэтому я должен обязательно, даже если я вижу все недостатки дамы, которая партнерша, заставить себя хоть чуть-чуть в нее влюбиться. Иначе не получится ничего. Скажите, а что вы можете пожелать молодым начинающим актерам, которые студенты театральных вузов нынешних? Я могу пожелать только одно. Или посоветовать. А? Посоветовать. Патологически любить то дело. Все остальное ниже и не главное. Главное одно, навсегда. Любить до боли зубовной. Отдавать всего себя. А самое главное, чего я вам желаю, чтобы вы стали лучше нас, талантливее и удачливее. Спасибо. Судьба актерская печальная, в слезах и блестках. Ловлю такси случайное на перекрестках. Обмотан город в бинт афиш, их треплет ветер, провинциальный мой Париж уж полон сплетен. Дайте свет, включите солнце, я для вас играю роль. Кто рыдает, кто смеется над актерской судьбой? Помоги мне, добрый зритель, в миг трагичного финала. Ты мой друг и мой спаситель, завтра все начнем сначала. Звонок последний прозвучал, уже пора на сцену. Я как костюм чужую жизнь себе сейчас надену. И сотни раз я проклинал судьбы моменты, но заслужил, о чем мечтал. Аплодисменты. Дайте свет, включите солнце, я для вас играю роль. Кто рыдает, кто смеется
смеяться над актерской судьбой. Помоги мне, добрый зритель, в миг трагичного финала. Ты мой друг и мой спаситель. Завтра все начнем сначала. Дайте свет, включите солнце. Я для вас играю роль. Кто рыдает, кто смеется над актерской судьбой. Помоги мне, добрый зритель, в миг трагичного финала. Ты мой друг и мой спаситель. Завтра все начнем сначала. Завтра все начнем сначала. Спасибо большое, спасибо. Благодарю вас за этот вечер, за ваше тепло. Желаю вам счастья, здоровья, всего самого доброго. Надеюсь, до свидания. Счастливо!